Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Продолжаю работу с текстами Библии и Корана, и этот видеоматериал делаю для канала «Священный Коран». О чем мы будем сегодня говорить? О том, как должен уверовать настоящий мусульманин. Дело в том, что очень многие из вас, те, кто являются представителями ислама, опираются только на богодухновенные тексты Корана, игнорируя тексты Ветхого Завета и тексты Нового Завета, несмотря на то, что в текстах Корана говорится о том, что он является истиной, подтверждающей то, что все те писания, которые были даны ранее, тоже являются истинными. То есть истина, подтверждающая истину, которая была дана раньше. Это очень важный момент, на который мало кто обращает внимание. Так, давайте начнем с того аята, который подтверждает то, что истинный мусульманин должен уверовать во все тексты, во всех пророков. И мы с вами сейчас обратимся к третьей суре, 78-му аяту, где говорится о том, что мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исааку, Якубу и коленам, здесь речь идет о коленах Израилевых, и в то, что было даровано Мусе, Иисе и пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и ему мы предаемся. То есть мы не находим различия между текстами Единого Писания, между теми пророками, которые передавали слова Божьи. И если вы делаете приоритетными тексты Корана и пророка Мухаммеда, то вы, в принципе, не являетесь верующим человеком, поскольку все тексты едины, так как един Господь Бог Вседержитель, Аллах, сотворивший небо и землю. И вот этот вот аят как раз подтверждает то, что придется уверовать в тексты как в единое писание, уверовать во всех пророков. И это действительно произойдет. Пророчество, которое я хочу вам сейчас зачитать, доказывает то, что мусульмане первыми придут к послушанию Бога. А тексты, которые доказывают то, что мусульмане первыми уверуют, перед нами тексты Ветхого Завета, а конкретно третья книга Ездры, первая глава, стихи, начиная с 35 и заканчивая 37, здесь говорится о том, что первыми уверуют люди, пришедшие с Востока. «Предам домы ваши людям грядущим, которые, не слышав меня, уверуют, которые, хотя я не показывал им знамений, исполнят то, что я заповедал. Не видев пророков, воспомянут о своих беззакониях, завещевая благодать людям грядущим, дети которых, не видев меня очами плоскими, но духом веруя тому, что я сказал, торжествуют с весельем. Итак, теперь смотри, брат, какая слава! Смотри на людей, грядущих с востока, которым я дал вожди Авраама, Исаака, Иакова, Иосию, и Амоса, и Михея, и Аиля, и Авдия, и Иону, и Наума, и Авакума, Сафонию, Агея, Захарию и Малахию, который наречен и ангелом Господним». То есть здесь перечислены те пророки, которые перечисляются у нас в текстах Корана, и между которыми нельзя делать различия.
Скажи, мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исааку, Якубу, и коленам, и в то, что было даровано Мусе, Исе и пророкам от Господа их. Поэтому мусульмане должны в первую очередь осознать мысль о том, что Бог един, Писание едино, и как Бог охраняет тексты Корана, так же Он охраняет библейские тексты. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы относились с большим доверием к этой бесценной информации и изучали богодухновенные тексты всецело. И помимо этого, вы должны уверовать не только в истинность слов пророка Мухаммеда, но и всех других пророков, в том числе пророка и Мессии Иисуса Христа. А значит, вы должны уверовать в тексты Евангелия, а также в тексты Ветхого Завета, где передана информация от различных пророков, и, конечно же, в тексты Торы. В первую очередь, это у нас то послание Бога, которое было передано через пророка Моисея. Так вот, мне бы хотелось, чтобы вы осознали то, что ваша вера проверяется, и принятие текстов, и принятие всех пророков от Господа Бога Вседержителя, Аллаха, сотворившего небо и землю, и путем вашего отношения к богодухновенным текстам. Поэтому уверовать придется, поскольку если этого не сделать, то можно в дальнейшем отказаться от тех планов Бога, где говорится о воскрешении. Всего вам доброго, до следующих встреч.